Итак, всем привет, и выставка MWC 2017 стартует уже очень скоро, и многие крупные производители мобильных устройств уже объявили о своих презентациях, некоторые решили сказать о новинках за день до официального открытия выставки, а некоторые немного подождать. Именно ко вторым можно отнести компанию Meizu. На днях китайский производитель начал рассылать приглашения на свою пресс-конференцию, которая пройдет 28 февраля. К сожалению, никакой конкретной информации о том, что именно Meizu планирует представить во время своего мероприятия, сейчас нет. Единственным намеком служит надпись на приглашении «Быстрее, чем когда-либо». Некоторые полагают, что Meizu представит новый мощный смартфон, а другие утверждают, что компания ограничится показом уже анонсированных ранее устройств, например, M5S. Напомним, что последняя на данный момент новинка компании оснащена 5,2-дюймовым дисплеем с процессором MediaTek MT6753, 3 ГБ оперативной памяти и парой камер на 13,5 мегапикселей. При этом стоит M5S всего $115.